Всем привет, уважаемые подписчики. Это видео должно было начинаться очень эпично, с того, как Леонид Викторович заходит в бар голый и говорит: «Мне нужна нормальная одежда». Но кое-кто отказался. Ну ладно, Леонид Викторович, все равно спасибо, что согласились. Ну я же обещал. Ну, вы и Рубина обещали не бросить и вывести в РПЛ. Так что... Ну, так я и пиздобол. Ну, тут... Тут да. Тут и были, и сейчас, да. Да, я и не претендую. Да, это я согласен. Зеленую остановку не надо, Леонид Викторович? Нет, мы что, к сели. Ну, мало ли, возраст-то. А ты что ржешь? Вы же ровесники. Ну, Леонид Викторович, кстати, с последней нашей встречи, с нашего интервью, вы достаточно неплохо так сбросили. Раскройте секрет нашим уважаемым подписчикам. Это спорт, это что? Это нет, не Богдан, есть. Это столько я нервов потерял на интервью с тобой. После этого, ты знаешь, что у меня, кстати, вот сейчас реалистичная история. Пресс-конференция в матче просто после «Динамо» Махачкалы. Первый вопрос. А с Богданом это была постановая или нормальное интервью? Да? Я говорю, это, конечно, имеет непосредственное отношение к матчу «Рубин-Динамо-Махачкала». Вот. Ну, вот видишь, то есть, да, ты гораздо интереснее, чем российский футбол. А Дюму мы просто так взяли, что ли, не могу? Да, понять. Но... Я не хочу с вами разговаривать. А мы его будем, тоже ему что-то подберем на рынке? Ну, слушай, если какая-то... В принципе, учитывая, что его самого на рынке подобрали рядом с переходом. Я думаю, там можно Роналду футболку будет взять, чтобы это же для крутости. Ну, а пусть лучше с нами ездит, чем где-то по подъездам-то шарится. Вот она, а? Сними. Что вот там? Она, футбольная бровка. Хотите вообще историю, уважаемые подписчики? Я вам сейчас расскажу. Леонид Викторович, интеллигентнейший человек, который меня обосрал у Шостуна ВКонтакте, чтобы вы понимали. Что значит обосрал? Просто часть правды выложил. Сейчас я расскажу часть правды про него. Вот этот персонаж поехал, всеми такой интеллигентный, поехал в Антарктику. Всеми интеллигентными. И... просто избил пингвинов, местных жителей, этот императорский пингвин, просто отмудохал бедного пингвина. А знаете за что? Потому что они шли по одной тропинке. Может быть, я формировал сборную Антарктиды, этот пингвин оказался слабым, он не подошел в состав. А кто вот, как вы думаете, из пингвинов хоть что-нибудь получилось в футболе? Или они не дотягивают до российского уровня? До российского уровня дотягивают даже одноногие пингвины, да? Как ты понимаешь, да. Ну, посмотри, он справа от себя сидит, а как там до него не дотянуть? Вот, ну, а так, конечно, к европейскому уровню не каждый пингвин уже смог выиграть. Не, ну, понятно. Не, ну, европейский уровень, там все-таки уже начинается футбол. Да-да-да, вот он начинается футбол, один человек в Турцию поехал, думал, сейчас начнется футбол, а он у него и не начался, как закончился. А можете рассказать какую-то историю, которую вот задачу какую-то футбольную Артему дали, а он вот не выполнил ее. Такую, чтобы вот, допустим, переключаешься, уходишь там, в штрафную тебя навешивают, забивают. Было такое, он не выполнил. Ты видишь, как он двигается? Куда он переключается? Ну или С нулевой на минус первую, куда он переключается тебе? Ну или стой вот в этом месте. Ну стой, да. Вот это у него прекрасно получается. Стой вот в этом месте, причем какое место ты не укажешь на футбольном поле, стоит он просто замечательно. Да, просто вот ты его где поставил, там и взял. Вот знаешь, ни шаг вправо, ни шаг влево, зато ничего. Всегда, его. Да. Очень, знаешь, как вот дети, когда любят, ребенка посадили, через 8 часов взяли на том же месте. Вот такая история с Артемом в футболе. Это, кстати, неплохой тоже навык. Вот, никуда не уйти. Да. Все. Уже команды все ушли. Две соперники тренер, свои. Тренер, ты дал установку стоять здесь? Я и стою. Да. Богдан Юдашкин и Артем Зайцев выехали, чтобы одеть вот это. Да. Это о. Уже это сказал. Парни, за мной. Да, пойдем. Да, да. За тобой или за кобрами? Я за кобрами, вы за мной. О, смотрите. Котлетки из индейки от Indy Light, приготовленные из нежнейшей грудки или сочного бедра индейки. Легко и быстро готовить. 100% мяса индейки. Меньше жира, больше белка. Indy Light. Вкусно всегда. Вот умеют же люди рекламу делать, да? Сразу захотелось попробовать. Да, да, пойдем, пойдем съедим. Пойдем съедим. Пойдем.
Вот мы на рынке. Так, Леонид Викторович, сразу говорю, все попало, брать не надо. Что дорогое увидите, сразу похватаете. Это не трансферный рынок. Ага. Все, спокойненько, смотрите, что действительно нужно. Цена-качество, смотрите, хорошо? Хорошо. Вот курточка сразу сиреневая. Хорошая. А? Хорошая. Слушай, а такой, как у тебя, дубленки нет? Я теперь понял, что здесь еще и распродажа идет. Конечно, да, да, да. Хотел. Да, конечно. Конечно. Возьми это... два по цене одного, как тебя брали во все клубы. Смотрите, выбирайте что угодно, вот, все за мой счет. Ну, я смотрю, ты поднялся с момента нашей последней встречи. Так я же это ставками стал заниматься. Да, очень удобно. Всегда, короче, где вы тренер, да, ставишь на ваш проигрыш. И все. Да, и поперло. Да, ну, очень хорошо. Так что ну, давайте смотри, быстрее. Смотри, какой лайфхак уже какой-то дал людям. Да, сейчас тяжеловато стало, потому что, видите, вы ушли да. Да. Вы давайте уже какой-нибудь клуб ищите. Сейчас, не переживай. Денежки заканчиваются. Схема рабочая. Пожалуйста, Леонид Викторович, все ждем, всей семьей. Так, смотрите. Рынок большой, можем потеряться. Так что нам надо договориться, где мы встречаемся. Не волнуйся, мы не потеряемся. Ты на поле, где 22 человека, терялся всегда. Терялся, давайте. Конечно. А это была основная задача – затеряться. Да? Затеряйся среди соперников. Вот здесь так нельзя сделать. И услышь их планы на игру. Здесь больше 100 человек, мы тебя вообще не найдем. Так что давайте, какой-то позывной у тебя должен быть. Ну что, на табло посмотрите, там всегда загорается моя фамилия, потому что я всегда забиваю в любом состоянии, понимаешь? Кажется, она в торговых центрах как раз загорает. Забивает на футбол. Терялся, подойдите к стойке информации. Давай так, хорошо. А здесь есть такая услуга? Да. О, слушай, ну это же рай. Это рай, да. Это же рай для людей с высоким вкусом. Конечно, конечно, сразу. Здесь смотри, какой широчайший выбор, Богдан. Вот халат сразу, да, после халат после байский вот этого, да. А ты сидишь, матча. Куришь и вспоминаешь, какая ты бездарность. 7 мячей, которые, да, 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 да. 3,5 тысячи всего лишь. Я считаю, что... Потянешь ты? Я? Да. Конечно. Я же этот футбольный менеджер установил. Рубин в РПЛ вывел. Да? А что ты сделал? Ничего. Просто тренером их был. А там с таким составом ничего тренировать не надо, просто не мешать. И все, и они сами вышли. Блин, что ты раньше молчал? Как что раньше молчал? Вам в любом случае, чтобы все получилось, надо было уйти. Тебе как хорошо. Там просто, ну, так как понравилось. Да, хорош. Угу. Мы пометим ее тоже. Вы просто тоже смотрите вещи дешевле, хотя бы 400 рублей. Но я там на камеру сказал, что... Все, оплачу, но сами понимаете. Да я понял. Не все. Ты же подморгнул правым глазом, я же уже. Ну, в связке работаем здесь. А вот и вот эта куртка. Хорошая. Слушайте, ничего. Да, вот, да, под стиль. Да, да, отлично. Как будто бывший тренер. Угу. Вот эти штанишки тоже неплохие. Да. А вот этот рубиновый цвет, кстати, если хороший. Если до 300 сторговаться бы. Ну, будем пытаться. Я думаю, можно вот это вот все брать. С твоим лицом можно торговать. Этот хороший. Конечно. Хороший. Я всех сторгую. Ага. Тоже неплохая. Вот это, да, вот на это, какой-то, это, бан... это, на да, какой-то это, банкет это, в честь проигрыша. Да, это куда-то нужно будет. Так, ребят, я пока этот в туалет пойду, вы не против? Да, давай телефон сюда. Зачем? Телефон, давай, мне еще один скандал не нужен. Ладно, нас задолбал, блин. Давай. Надо без телефона, вот теперь спокойно в туалет. Устроит, да? Конечно. Что, у него второй есть какой-то? Да, конечно. Его там кто-нибудь снимет, ведь он попросит. Be я you, be strong, be fearless. Что это значит? Будь собой, будь сильным, будь справедливым. Господи, ну, то есть тогда не про вас тогда, да? Абсолютно никак. Это про меня, ёпта, есть? Не, я тоже по трём статьям не проходит. Подожди, стоп, сильный, честный, что там было? Быть самим собой. Да, будь самим собой, да, ты сам собой, да, действительно. То, что ты сам с собой, это мы знаем, и не только мы. Я думал, а в чем органичнее всего спиваться? Органичнее всего вот в этом. Вот в этом. Спасибо, слушай, Богдан, что я без тебя делал? Да, такая мучился бы еще в каком-нибудь клубе. Да, конечно, мучил бы людей бы. Надеваешь и спиваешься, и все. Да, а ты прям уже сразу пьяный вид приобретаешь, когда одеваешь эту, или нет? Или есть переходной период какой-то? Правда, в глаза вы пьяный вид приобретаете. Это понятно, но просто это же будет сейчас сразу такое сочетание лица и одежды. Это, знаете, это матч, когда одежда и лицо сошлось. Да. Вот это Лора пьяная, это все. Да, ну, вы не своей жизнью жили. Вот ну, сейчас, когда вот это оденете, все. Ты раскрыл мне глаза. Совсем, спасибо, совсем Богдан, другая жизнь Богдан. Пойдет. Кобры твои, кобры волшебные. Можно померить? Давайте. Можно? Все, да. Заходите померить. Да. Да. Это Мейден из Урюпинск. Заберите дебила. Узбекистанский хлопок. Давайте одевай. Узбекистанский хлопок? Узбекистанский хлопок? И что, хороший? Скидки есть? Хороший хлопок, но
А это нормально, да, что на джемпе вообще великолепно. Леонид Викторович, говорят, футбольный тренер должен быть хорошим психологом. Да, он должен уметь подобрать нужные слова в раздевалке. А что там сложного? Сними штаны, надень эти шорты. Уметь настроить на игру, поддержать кого-то, помочь разобраться в проблеме. То есть вы считаете себя хорошим психологом? Конечно, очень. Что-то я вас не видел на сервисе «Ясно», а ведь все самые топовые психологи там. Ты меня раскусил. Так что, Артем, впредь думайте, к кому обращаться. Ведь в «Ясно» 50-минутная сессия стоит от 2850 рублей. Не то, что у этого шарлатана-самозванца. Ясно. Да-да, ясно. У них еще скидка по промокоду «Плюшки». О, Тем, вот ведь время летит. Раньше сам с отцом на рынок ходил мелкий, а сейчас уже вон своего привел. Ты не мой отец! Леня, 3%! Давай, шмель, вылазь! Ну, как вам? О, Господи. Не идет? Во-первых, я надеюсь, это вы хотя бы, чтобы я просто так не оскорблял. Здесь снимают «Коллекционер 3», вот эти сериалы, эти фильмы, как это называется? На самом деле, это хороший образ. Да. И штаны, да и все приталено. На самом деле, черное и стройнит, в принципе. Во-первых, вам все приталено, потому что оно в любом случае натягивается. Как вас за всю карьеру постоянно натягивают, ваши команды? Слушайте, супер, да. Ну, мне кажется, вот в таком... Здесь легко натянули. В таком, на самом деле, луке и, ну, проигрывать нормально. Как у Леонида Викторовича, вот все-таки лицо уникальное, вот его по глазам даже можно узнать. Да. Вот эти потерянные в жизни. Вот эти, конечно, как они потерянные. Вот этих вот двух. Да-да-да. Откуда они, где они? Я по мешкам понял, по глазам вот эти, что это он, потому что... По мешкам я один мешок вижу. По мешкам у него хорошо получается. Да-да-да. Один большой мешок кожаный. Ну, красивый? Ну, безусловно. Честно, если маску не снимать, очень красивый. Леонид Викторович, шикарно. Ну, можно переодеваться, да, тут уже... Тут лучше не будет. Ну что, как? Господи, вот это тинейджер. Леонид Викторович, а вас выдержит вообще вот это? Да, два же я специально взял. Один сломается, как раз на второй. А как вы скотчем их примотаете? Ну, типа, как ролики? К ногам. Ну, слушайте, это один из удачных образов такой. Хорошо. Знаете, ну да. Не, правда, честно говоря, если честно, вот такой прям наряд вам очень идет. Mm-hmm. Я даже удивлен. Mm-hmm. Честно. Хотя бы уже внешне точно вас никто в клуб не возьмет ни в какой. Потому что вы придете такой, йоу. Всем привет. Нет, почему? В медиалигу куда-нибудь позовут, я думаю, каких-нибудь шарлатанов. Ну, тебя пока даже в медиалигу не берут, я уже предлагал тебя и там, и сам, они говорят... Ну, слушай, ну там уровень неплохой. Нет, там где. Если бы слово «стыд» было человеком, конечно... Это бесстыжие. Это бесстыжие люди. Это шиншилла? Живая. Ну, кстати, я так и видел, что вы будете в доме престарелых ходить примерно. Не, так не вот. Идет. Викторович, нет, ну это реально. Когда вот круто, тут ничего и не придраться. Я вижу, как вы в Ессентуках вот так ходите в пансионате. Дефилируете? Конечно, конечно, и все же. От бедра? Да. Говорите, ой. Походняк хороший, реально. Еще в соски не вылазили бы, вообще было бы супер. Ну да. Ну, резюмируя, стыдно. Стыдно, да. Ну, не так же стыдно, как до этого было стыдно вообще в жизни. Ну, наверное, сейчас пик стыда у меня, да. Но круто, все равно. Отлично, жизнь удалась. Я скажу все, что вот это связано с тинейджерами, вам очень идет. Только лицо, конечно, ужасное и старое, а так в целом реально, ну... Мне кажется, это круто, когда сочетаешь несочетаемое. Mm-hmm. То есть старое лицо с новыми вещами, мне кажется, это новый какой-то тренд. Да. Не идет, да? Да, у вас чуть-чуть слеза счастья, если не ошибаюсь. Слезы счастья не текут, как слезы радости, как усы надежды. Я бы еще сказал, что все-таки зеленое к жабе очень подходит, если честно. Ну, кстати, прикольно. На самом деле, да, вот так прям на качелях качаться. Можно. Да, круто. Да. Качаться, ты знаешь? Да, это ваше. Вот сейчас будет. Подождите, а что там написано еще на шапке? Угу. Красавчик. Нет, там не красавчик написано. Супер красавчик. Палм Анджел. Ну круто, что? Да. Все? Пока, да, все вот эти все. Молодежные вещи вам к лицу. Да. Реально, ладно, честно. Спасибо. Как вам? МС Каллов, привет. Да, ну, знаете, колорит. Это фантастическое говнище, конечно. Да, у вас, разве что-то может быть другое. Ну, блин, слушайте, и логотип Volkswagen, и рубашка, как джинсы. Леонид Викторович, на самом деле, в таком образе можно и рэпчик недурный зачитать, да? Можно.
А Влад Бумага, отец Ютуба, ты штампуешь сомнительный став. Плюшки, социальная служба, я лишаю тебя родительских прав. Леонид Викторович, как чувствовал вообще? А, просто какое-то вот счастье вот нечеловеческое. Спасибо, Богдан. Если не ваша программа, я думаю, что наша программа ничего бы не получилось бы. Людей в людей. Да. Понимаете, людей. Потому что от нас выходят уже совершенно другими. Спасибо. Нормально хоть, да. Я первый раз вижу, что падают, я не могу. Просто вы сейчас, знаете, тренер, это вас все тяготило. Тренерство, вот это все. Вы сейчас уже спокойно посвятите полностью карьере рэпера. Да, Тимур Викторович, нормально. Ваша возраст, что все падает, это нормально. А у вас такой флоу еще потрясающий. Знаете, тот. Я, как вы зачитали вот про Влада Бумагу, я до сих пор в шоке. То есть это же надо, это же надо тренироваться. Это же, ну, это мне органично все получается. А, то есть вы даже не учили? Я никогда ничему не готов. Он и обсирается органично, я скажу. Когда хорошо, тогда хорошо. Что, у вас штанишки упали? Что ж такое? Ну ничего, две недели потолстеете. Да, я понял. Ну, две, там два дня, Богдан. Трещать будут. Да, трещать будут по-своему. Ну что, Леонид, чтобы расстаться со старой жизнью, нужно сжечь все старые вещи. Мне будет скучно стереть. И горько. Как вам с первого раза, Богдан? Как вам удается это делать? Ну, и такие спички. Ладно, не грустите. Смотрите, что у меня есть. Ёлка. Котлетки Инди Лайт. Нет, сейчас Викторович точно дрогнет. А ты тут собрался их готовить? А что тут готовить? Вон, огонь есть, 15 минут. Просто обжарить со всех сторон и готово. Смотрите, какая красотень. Да. А ты паспорт мой из куртки вынул? Лень, новая жизнь, новое имя. Пойдем, Здравко Петкович.